2,5 миллиарда долларов на диверсификацию экономики Казахстана выделит Всемирный банк. Рамочное соглашение о партнерстве подписали сегодня в Акорде. Оно подразумевает сотрудничество по 7 направлениям. Это развитие финансового сектора и бизнеса, улучшение делового климата и стимулирование инноваций, развитие государственно-частного партнерства, модернизация системы образования. На сегодняшний день уже реализуется 10 инвестпроектов на сумму 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Нурсултан Назарбаев отметил, что Всемирный банк для Казахстана важный партнер. Его деятельность стабильно получает высокие оценки со стороны делового сообщества и государства. Для реализации рамочного соглашения создадут координационный совет. В него войдут члены казахстанского правительства и группы Всемирного банка. Руководить проектом будет премьер-министр Карим Масимов. Казахстан достиг впечатляющих результатов по достижению всеобщего благосостояния, что является одной из основных целей Всемирного банка. Мы являемся долгосрочными партнерами, и это привилегия для нас – поддерживать Казахстан и быть свидетелями этого прогресса. Мы уверены, что Казахстан станет примером успешного развития и для других стран. Кроме разработки и реализации совместных программ в различных областях, также предполагается и совместное участие в финансировании этих проектов. И с учетом принимаемых одобрений руководства или совета директоров Всемирного банка, также они будут участвовать в этих проектах совместно с правительством Республики Казахстан.